За последние 3 года количество туристов, посетивших Саратовскую область, увеличилось на 42%. В 2014 в нашем регионе побывали 590 тысяч человек. Эта информация прозвучала на заседании Общественного совета по туризму при профильном министерстве. Увеличилось число граждан, предпочитающих путешествовать по воде. В этом году в период навигации в Саратовскую область прибыли почти 300 круизных теплоходов, которые привезли 60 тысяч человек. Это на 20% больше прошлогоднего показателя. Областные власти считают, что регион обладает достаточным потенциалом для внутреннего туризма, причем количество достопримечательностей увеличивается. В регионе действуют 22 областных и муниципальных музея, 11 театров, 137 гостиниц, 19 организаций санаторно-курортного типа, 31 объект сельского туризма, 4 горнолыжные базы, 63 туристические базы отдыха. Отдельно хочу отметить водяную мельницу в селе Лох, которая была отреставрирована в ноябре текущего года и на сегодняшний день является самым посещаемым объектом туристского показа Новобуратского муниципального района области. Чиновники считают, что у туристического кластера неплохие перспективы. Правда, инвесторы не спешат вкладываться в регион. На заседании озвучили идеи развития промышленного туризма. Например, одной из площадок может стать керамическая мастерская в селе Золотое Красноармейского района, куда с неизменным интересом приезжают школьники, иностранцы и туристические группы. Специалисты уверены, что власти и представителям турбизнеса необходимо встречаться чаще и теснее сотрудничать. Можно взять за основу опыт Нижнего Новгорода, Ярославля, Белгорода или Вятки, где местные бренды встречаются на каждом шагу и активно используются в культурных и образовательных программах. Если к предпринимателям мы с этим обратимся, как знаете, вот тогда к нам обратились по поводу набережной. Мы взяли, вложились и купили деревья. И посадили сами эти деревья. Но представляете, это как здорово, что вот мы это сделали, мы вложили в это все. Вот такое же взаимодействие с разными организациями, общественными организациями, реально посвящая их, консолидируя вокруг, мы с городом можем сделать. В следующем году областные власти планируют провести масштабную информационную кампанию по развитию внутреннего туризма. На афишах и билбордах будут размещать рекламу саратовских достопримечательностей. Также планируют создать специальные туристические сайты и организовать еженедельные туристические маршруты.